Каспийское море, пещера на скальной тропе. И вот тут есть изменения тут, да. Отвалился кусок внутри пещеры. В прошлом году он был вот так вместе соединен. Кто смотрел мои видеоролики, помнит. А теперь хрябс и вот так вот. Ну, наверху там голуби воркуют. Освещено. Можно тут на лавочке посидеть. Кто-то тут ночью пиво пил, да? Баночка стоит. Красивое место. В прошлом году я здесь был. Много раз я здесь был и зимой, и летом. Лето 2020 года. Снова русалочка.